Вот такое объявление встречает посетителей стадиона «Шахтер». Спортивные мероприятия не проводятся. Здесь ведутся ремонтные работы. 28 июня стадион станет центром проведения областной спартакиады предпринимателей. Планируется приезд около 800 человек. Подготовку к мероприятию обсудили на штабе под руководством главы Ленинско-Кузнецкого Константина Тихонова. Уже сейчас для Ленинско-Кузнецкой команды закуплена спортивная форма, а также определены виды спорта, в которых будут соревноваться бизнесмены. Это мини-футбол, стрельба, прыжки в длину, картинг, перетягивание каната и эстафета. Эти виды спорта мы обсудили с предпринимателями, так как инициатива их была, значит, вплоть там, ну, какие-то виды спорта, которые бы они хотели видеть. Мы встречались неоднократно, значит, обсуждали, но вот эти виды спорта утвердили. Сейчас у них идет тренировочный процесс, значит, на лыжно-спортивном комплексе у Лены Александровны они занимаются, футбол проходит здесь, мини-футбол. Члены оргкомитета по подготовке к спартакиаде оценили готовность стадиона к проведению столь масштабного спортивного события. Главные работы сейчас ведутся на беговых дорожках. Строители приступили к укладке современного бесшовного резинового покрытия для занятий легкой атлетикой. Строителям предстоит уложить покрытие по всей протяженности стадиона, а это 400 метров в длину и около 5 метров в ширину. Сначала они выполняли работы по ремонту асфальта, потому как, видите, у нас же и трещины, и неровности, и углы они там выравнивали. Сейчас они вот сегодня они приступили непосредственно к устройству резинового покрытия. Работы по укладке покрытия строители должны закончить к середине июня. Кроме этого, будут выполнены работы по благоустройству фасада и прилегающей территории стадиона. Мария Силантьева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.